Привет-привет, мои хорошие! Сегодня для вас новый образ. И мы делаем распаковку новой кофемолки за $170. Мы получили измельчитель Incor Black Grinder. Бараться. Окей? Мой муж будет открывать. Мне нравится, можно, знаете, жить в Америке в любой деревне, и вам все доставят прямо к дверям. Заказываете все онлайн, даже продукты можете заказывать онлайн. В этом, конечно, огромная прелесть. Made in Taiwan. Ну, завод стоит там. А вообще, по названию, this brand, what country? Italia? Italy? Or what? No, it's made in Taiwan. I know, but... Incor, Barazza, Barazza. This name for me sounds like Italian, yes. Mm-hmm. Probably they have... Just in Taiwan. Manufacturer. Mm-hmm. Потому что там дешевая рабочая сила. И, естественно, вот эти международные корпорации, они все в основном в третьих странах производят все. Так дешевле получается, чем производить в Америке. Ну, вот так, хорошенький такой, так. И здесь, я так понимаю, стаканчик. Щетки. Так. Такой стаканчик. Щетка для очистки. Здесь вы выставляете, как вы хотите измельчить. И верхний вот стакан, куда засыпается кофе. Крышка стеклянная, тоже он прозрачный. И this here, puzzle what? Mm-hmm. One is big, one is small. This looks like small. This one is looks like small, and this feels like big this way. Okay. That's all. Mm-hmm. Only like this you should. What is this? Ah, this is a gasket, I think. I think in here. You can read instruction. I could. Yeah. Good idea. See these here? Mm-hmm. This I think for this too thing. Mm-hmm. Here and here? Yeah. Like this. I think like this. Probably like this. But I'm not sure. Let's mm-hmm. look instruction. Of course. That is easy. That goes here. Ah, this is going here. And this is not going here. No. Mm-hmm. Okay. Okay. Так, осталось нам, да, посмотреть в инструкции, как шапку-то эту нацепить. Так. Yes, look. It goes this way.
This. Police gasket on the top of Ringbur 5. This is 5. So this is the Ringbur. It says, be careful not to tear it. Place on top, aligned with notches, none of which is red. I don't know what it means. This is red. I know. And this is red. Where's red? One red. Yeah, one, two. But it says align with notches that are not red. There's this and this. Так, ну короче, буду помогать. Ну что, поставили мы дальше. Okay. And now this one is small, this one is big. Yeah, it goes like this. That's all. I don't know. Like this? I don't know. It's very strange. Mm-hmm. И смотрите, даже есть на русском языке. Так что, вот, краткое руководство на русском языке. Ну, мы в основном французский пресс и автоматическая кофеварка. Это то, чем мы пользуемся. Эспрессо вообще в восьмерочку надо устанавливать. Так что сейчас опробуем. Мы поставили... Да, французский пресс. Вообще, вот оно, знаете, как меняется? Ух! Вот так вот нажимаете и переставляете. Вот так 18 это для вот этой вот кофеварки. Окей, okay, I put this much because I like this coffee. This is my favorite. Okay. I thought French press you like too. Sometimes, okay. Let's try French press for fun. No, okay, you can try. And this button here. Or you can just turn this on. Переводится так легко. Нажимаешь на стакан и поехал. Окей. Okay. У нас кофе вот здесь засыпан. Пахнет как... Кофе покупаем в Костко. Там очень хороший кофе от компании Starbucks продают. Он такой ароматный, вообще супер. И мелим, how much? И мелим мы всегда свеженький, чтобы был кофе. Smells wonderful. Yeah. Так, насыпали. Закрываем. Так, окей, okay, it's ready. Right. Me? You. Так, вот здесь у нас написано off, on. А вот no, это... Окей, okay. I will turn this. Довольно крупный помол. Это, наверное, самый крупный помол. Потому что если поставить на восьмерку, там в пыль превратится.
А это самый крупный помол. И написано, видите, 28. Хотя здесь до 40 можно вообще помол делать. Ну-ка. Какая-то одна завалялась. Ну так мягенько-мягенько, хорошо. Окей. И вот так вытаскивается стакан. Вот он, кофе. Ну да, такой вот. Не мелкий, но раз так написано, будем пробовать. У нас вот такой металлический French Press стакан. Компания называется вот так. Мне нравится, конечно, прозрачный, когда вы видите кофе. Но в этом он дольше сохраняется горячим. Все то же самое, вот как стаканы в Старбаксе продают, только непрозрачный. Кипятим воду и ждем. Только что посмотрела в Википедии, Баратца. Это американская компания. Название только смахивает на итальянское. Tell me, please, do you recommend this coffee grinder? So far this is fantastic. And I love coffee, so this is very important to me. So, yes, I recommend this. Вот такая рекомендация от моего мужа.